Добрый день, уважаемые подписчики, с вами компания Boomaster. И сегодня мы предоставляем вашему вниманию долгожданную новинку. Это стрелы Nimrod. Стрелы поступают в фирменной упаковке. А продаются они кратностью, то есть по 3 штуки. 3, 6, 9, 12. В упаковке 12 штук. А перья двух видов Shield. И, соответственно, блейзер. Что в них прекрасного и хорошего? Во-первых, лакированное покрытие. А карбоновая пыль при вытаскивании стрел на руках будет оседать гораздо меньше, точнее, ее вообще не будет. А по качеству изготовления карбона. То есть многие профессионалы знают, что есть допуски карбона. Да? То есть это 001, 002, 003, 0, ну, да, соответственно, 007. А Nimrod'ы, соответственно, качеством карбона 0,3 погрешность в изготовлении. На данный момент привезено два вида спайна, то есть это 300 и 340. А в дальнейшем будет поставка 400 и, соответственно, 500. Единственное, что эти стрелы чисто для блочного лука, то есть охотничьи и для 3D. В плане охоты в связи с жесткостью и показателями в случае с 3D, внимание, они достаточно легкие на максимальной жесткости. Сами стрелы в длину, трубка 30, вместе с наконечником 31 дюйм. А стрелы идут полностью укомплектованные, то есть в комплекте идут хвосты, наконечники на 100 грамм формы буллет и, соответственно, с поклеенными перьями. И вторая, соответственно, ну даже не новинка, больше обновление стрел Чемпион. А самые на данный момент, наверное, популярные тонкие спортивные стрелы. А в чем их видоизменение? Если мы берем, скажем, стрелы Чемпион старого образца, у них имелся в комплекте хвост, обычный хвост. И наконечник на 100 грамм цельный. Соответственно, теперь стрелы Чемпион с другими наконечниками по системе Breakpoint. И самое главное, теперь они на пинах с хвостовиками фирмы Biter. А в плане спортивной стрельбы Biter, ну это вот прям одни из самых лучших хвостовиков. Теперь же наши стрелы поставляются с ними. На данный момент поступили почти все виды жесткостей, то есть 400, 500, 600, 700, 800, и, к сожалению, еще не пришли. А дополнительно пришли запасные наконечники, хвостовики Biter. И, соответственно, для тех, у кого чемпионы старого образца, но у вас поломались хвосты, то есть вот такого типа хвостовики также пришли. А наконечники пришли двух видов, то есть первый вид это 190 с брейкпоинтом, то есть с маленьким таким грузиком, который вы отламываете, и, соответственно, наконечник становится легче. И второй тип наконечников это 170, то есть с тремя брейкпоинтами, которые также отламываются, и вес наконечника регулируется для того, чтобы вы могли более детально подогнать свою стрелу под лук. Непосредственно. А к тому же в наличии продаются комплекты наконечников от фирмы Two Point, которые идеально подходят сюда. Они идут 180, также с брейкпоинтами. Но единственная разница в том, что у них другая форма наконечника, то есть более длинная и более колючая для классического лука. Итак, сегодня мы представили вашему вниманию новинки от компании Boomaster. С вами был Валяев Иван, подписывайтесь на наш канал на YouTube, группы в соцсетях, в Инстаграме, и до скорого!